научился, знаете, почему я вот взял вот ту фотографию, еще вот эти несколько. Сейчас скажу. Итак, я снял фильм. Это было путешествие по саду. А вначале я подошел к боксерской груше, несколько раз, ну, в левой руке держал эту камеру, правой рукой несколько раз ударил по груше, посоветовал каждому мужчине, начиная с детства, сейчас покажу, с какого возраста, надо каждый день бить, бить, бить на пределе сил и скорости. Вот. Большинство из нас драться не умеет, поэтому мы стыдливо отворачиваемся, когда при нас бьют женщин и даже убивают. И это показывали по центральному телевизору. Убивают, и никто не спешит на помощь. Что такое толпа мужчин против одного мерзавца, который пьяный и фактически сам беззащитен? Нет, страх. Никто не учил драться. Я не учу вас это всех. Все вперед на самбо или на бокс. Нет. Я говорю, заведите грушу. Вот. Детей вот с этого возраста воспитывают. Дальше будут трудные времена. Вот с этого. Вот с этого. Сейчас я прошу прощения, бывают очень важные звонки. Кого железо слушает? Да, можно, но я отвечаю вам. Спасибо. О, алло, алло. Слышно меня? Ага. Я отвечаю вам. Вот я провожу сейчас вебинар по всей стране, поэтому сейчас мы с вами расстанемся до завтра. Но в следующий раз найдите мой сайт. На сайт, если не знаете как, это я и вам говорю, и меня слышат сотни людей. Значит, на сайте, найдите сайт, знаете как? В интернете, в Яндексе, в Гугле, наберите три слова по-русски. Сайт садовода Железова. Там найдете электронный адрес, есть раздел «Контакты». И на этот адрес напишите «Прошу прислать свежий каталог». Ага, пожалуйста. Ага, пока. У меня, ребята, проблемы, знаете, какие? Ни хрена заказов не поступает. Вот. Ну, то есть поступает, но очень мало. Так вот, смотрите сюда. Вот с этого возраста все должны уметь драться. Все дети. Должна быть школьная программа переделана. Что касается, я говорил, мужские классы, женские классы, мальчикам драки, логарифмы, девочкам рукоделие, вот, медицина, порское искусство. Это старшие классы. А вот с этого возраста уже, ну пусть не с этого, пусть там с 7-8 класса. Самооборона. Самооборона для девочек, она специфическая. Вот. У девочек тоже есть свое оружие. Одним только этим самым когтем, который они наращивают, можно выбить глаз и спасти свою жизнь любому насильнику или убийце. Это к слову. Я просто хочу еще раз сказать. Значит, в школу поступает 100% больных детей. Вы об этом не знаете? Вот так вот. И получается следующее. Человек, я сейчас объясню, почему я вдруг опять вернулся к этой теме. Сейчас скажу почему. Вот, сейчас объясняю. Это моя повседневная жизнь. Вот, эта девчонка еще, которая в 6 лет еще Тимошку побить может. Почему? Ну, догадывайтесь, характер. Вот. И, наконец, к чему я все это говорю, сейчас поймете. Я это говорю потому, что когда я 2 минуты показывал, как я бью грушу, что в каждом доме должна быть груша, что это должно быть на уровне самодисциплины. Каждый день, без перерыва, без единого этого. Лучше утром. 100-200 ударов по груше. Многие из вас видели этот фильм. 2,5 минуты. И вот, что меня разозлило. Под этим фильмом комментарии. Я, Железов, я 2,5 минуты потратил на фильм, а мне нужно лекции по садоводству. То есть,
Он даже не врубился, что это не ему, потому что вся страна у нас это больна, все дети у нас на неполноценные. Вот. Все. Это не те дети, что были 100 лет. Даже в моем детстве это были другие дети. Абсолютно другие. Вот так вот. Вот это меня разозлило. Я вынужден был смотреть 2,5 минуты. Видели этот комментарий? Я вынужден был смотреть 2,5 минуты. А я хотел, ну, то есть мне нужно лекции по садоводству. Вот так вот.